Всем привет! Не собиралась вообще снимать ничего, но, ребята, нашла идеальное тесто. Это просто вообще оно офигенное. Оно залепляется хорошо. Оно, знаете, раскатываешь, когда оно обратно не скукоживается. В общем, офигенное тесто. Напишу рецепт. Вот такие вот шарики раскатываю и кладу в них вот. Ну, такая элементарно сосиска с сыром у меня там. Начинку. Вот, покажу, что получится из этого теста. Пока мне все очень нравится. Буду вообще готовить из этого теста. Запишу себе тоже рецепт. Так что буду все вам сейчас показывать. Вот, налепила пирожков уже. Идеально пока все идет. Тесто у меня еще, смотрите, сколько осталось. Сейчас я смажу яйцом. Ой, желток у меня там с молоком. Сейчас все это смажу. Буду выпекать на 180 градусов минут 25 примерно. Ну, потом в конце расскажу, сколько времени ушло на что. Так что смотрим дальше. Пирожки готовы. Тесто, правда, знаете что? Оно немножко такое сладковатое получается, сдобное. Но вкусно все равно. Они вот такие вот все мягенькие. Вообще прям вот отличное. Получилось. Еще хотела сладкие сделать, ну, не знаю. У кого получается, расскажите, как вообще залеплять их. У меня не всегда вот открываются, когда делаешь сладкие. Вот, видите? Может, я не так их склеиваю, залепляю, не знаю. Вот, подскажите. Вот, такие, а эти вот у меня пирожки вкусные. Это тут сосиска с сыром. Вот, так что всем приятного аппетита. Рецепт напишу обязательно. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.